транспортный налог не отменят. Такое решение приняли представители правительства России и опубликовали сегодня на своем официальном сайте. Напомню, идея об отмене транспортного налога появилась 5 лет назад и несколько раз выносилась на рассмотрение депутатов Госдумы. Но в правительстве России от нововведения отказались. Транспортная пошлина – основной источник формирования дорожного фонда. При его отмене федеральный бюджет недосчитается около 140 миллиардов рублей.